Стой! Вот, да. И не видно ничего. Блин, глубоко, наверное. Внимание, ассистентки! Нужно достать очень нужную вещь со дна. Бросьте расходника за борт. В воде есть кислород, но дышать им могут только морские животные. Расходник без доп. Оборудования может рассчитывать только на воздух, который он смог задержать в своих легких. Но это от силы 10 минут, и сильно глубоко погрузиться не получится. Ну вот, о чем я и говорю. Люди давно пытаются попасть на морское дно, где всегда есть чем поживиться. Для этого понавыдумывали там всякие приспособы, костюмы, батискафы. Что-то быстро всплыл. Нужен расходник для более глубокого погружения. Воздух ему дайте. Основная проблема под водой – давление. Воздух для дыхания можно взять с собой. А вот что делать с давлением на глубине 100-200 метров? Вода будет так сильно давить на тело, что сил не хватит сделать вздох. Вот зараза, и этот не достал. Для изоляции от внешнего давления поместим расходников в батискаф, и это позволит опуститься на глубину ниже 6000 метров. Опа! Солнечный свет на большую глубину не проникает, поэтому там темно, как... Да что тебя! А еще на большой глубине жутко холодно, и черт знает, кого там можно встретить. Ну вот, достигли дна на 11 километре. Ищи объект, похожий на этот, и поднимай его скорее. Наверное, надо было сказать про декомпрессию. Тебя слишком быстро поднимаю. Смотри, ложку не потеряй. Наконец-то. Блин, смотри, а? Почти растаяло. Стоп. Ее же достали из самой глубокой точки мира. Да, мусорку ее. Возьму другую. Тритон! Щучий ты хвост! Как дела? Дочку не можешь найти. Ой-ой-ой-ой, печалька. А на мобилку ей звонил? А, это ты на ее номер сейчас звонишь? Да погоди, не бурли. Слушай, а ты подписан на мой канал? Не подписан? Ну вот, это все объясняет. Да точно тебе говорю, это взаимосвязано. Подписывайся скорее. Давай-давай.